В Рязанской области вновь будут функционировать букмекерские конторы. 25 сентября на заседании областной думы было принято решение об изменении закона о запрете игорного бизнеса. Большинство депутатов проголосовало «за». И теперь конторы, где можно делать ставки на игровые события, будут работать на территории региона. На заседании Рязанской областной думы, о чем мы говорили 25 сентября, за изменение внесения в этот закон и разрешение в этом виде бизнеса игорному для букмекерских контор, значит, голосовало в основном депутаты фракции «Единой России». Против голосовали только депутаты КПРФ. Закон о запрете игорного бизнеса был принят в 2007 году. Снят он был только в нескольких регионах, в число которых Рязань не входила из-за массовых жалоб. Виктор Малюгин рассказал, что представители букмекерских контор в регионе не раз подавали в суд, чтобы им разрешили вести здесь бизнес. В 2017 году суд областная дума выиграла. Следующий был в январе 2019, и тогда фракция КПРФ вновь отстояла запрет. Но спустя 9 месяцев ситуация изменилась. Вновь подняли этот вопрос, и тогда большинство депутатов областной думы, кроме фракции КПРФ, проголосовало за отмену запрета. Потому что от них будем даже установить максимальные ставки иметь, 3 миллиона рублей. А из кармана игроков этих, да, кто ставки будет ставить, будет вытекать к ним в карманы контор букмекерских десятки, а то и больше миллионов рублей. Опять беда возвратиться на Рязанскую землю. Почему никто не с общественными организациями не посоветовался, с общественной палатой? Обязаны, казалось бы. Но почему мы не прислушиваемся к своему избирателю? Члены фракции КПРФ уверены, что такая инициатива принесет больше вреда, чем пользы, и поэтому намерены действовать. Со своей стороны, с нашей фракции КПРФ, мы будем делать все, чтобы все-таки еще раз выйти с инициативы, но уже с нашей стороны, с фракции КПРФ, чтобы все-таки запретили. Во-первых, обсудили сначала с общественностью, с той же общественной палатой, а потом уже принимали бы решение. Это было бы, наверное, правильно. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».